Привет, сегодня я снимаю, как я гуляю. Это Диана. Моя троюродная сестра, очень дальний родственник. Сейчас мы идем. Куда пойдем? Мы сейчас идем в гаражи. И снимем там природу. Я говорю, снимем там природу. Сейчас никакой природы, одни гаражи и машины. Ну, может, что-нибудь интересное найдем. Что-то как-то уже. Вот это наша новая детская площадка. Ее недавно построили. Сейчас мы проходим старую ржавую горку. Не знаю, видно? Старую ржавую горку. Ей, наверное, лет 10. Даже больше. Это раньше была площадка первая. Здесь уже кислянка. А, первая? Сама первая, блин? Кислянка. Это кислянка, которую мы едим. Она очень, она очень кислая. Кислее, чем щавель. Щавель. Ой. Нам осталось найти немножко. Вон уже гаражи видно. Сильно светит солнце. Вам, наверное, ничего не видно. Но сейчас мы в теньке. Скоро он закончится. Это у нас здесь в грядке. Все здесь посадили. Не очень на грядке. Где морковки растет, а? Крапива. Ну. О, цветочки красивые. Это наша клумба. Не совсем, конечно, наша. Короче, в нашем соколе. Да. У нас здесь очень много клумб. Вот тут ёшкин-кошкин. Фу, собака лежит. Это цезарь. Ой, фу. Мы можем сейчас вам показать. Я не буду цезаря. Это... Фу. Вас потом вырвет. Лучше это не показывать. Да. Он такой рыженький. И страшный. И очень-очень злой. Он защищал раньше. Ну, но Бог его забрал. Он собака. Был. Да, всплыл. Мне он там не нравится. Вот, смотрите. Маленький и большой. Мне он большой не нравится, пень. Не знаю, почему. Он большой и мне нравится. Ну, если вам, конечно, видно. Просто сейчас яркое солнце. У нас плюс 31 градус. Тут очень жарко. Жалко, у нас моря нету. Что мы живем в Перми. Так. В Перми, конечно, есть море. Но очень далеко. Да, мы живем в Соколе, это военный. Тут есть река Кама. Да, но мы живем. Вон там вот мусорка. А вон там вот находится тарзанка. Не знаю, видно? Мне самому-то не видно. Тарзанка. И там раньше тоже детская площадка была. Их всех снесли. Старые. Там была выжимка. Там была площадка. Тарзанка от качели же. Почему на паузу ставить? Не надо на паузу ставить. У меня видео идет. Песок. Мы в пустыне. Интересно. Это здесь проходы идут. По гаражам здесь же всегда всякие разные проходы. Ёшкин, это что такое? Похоже на могилу. Диана, помнишь, здесь же собак закапывали? Угу. Пошел. Вот там тоже собака зарыта. Это
Здесь ничего интересного, пошли в другой. Почему пятнашку? Пошли. Давай все заново снимем. Мы сейчас идем в 15-й дом. Давай заново. Ладно, мы сегодня не пойдем в 15-й дом. На этом мы видео закончим. Мы вам показали, что вот так вот выглядят гаражи. Они, конечно, не молодые. Старые уже. Смотрите. Картинка. Кто знает, пишите в комментариях, что это за картинка. Ладно. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.